Псалмопевец говорит такие слова в 110-м псалме. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех любящие онные. Памятным содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой». И сегодня мы собрались на это место, и в то далекое время псалмопевец говорит, что он всем сердцем пришел славить Господа в совете праведных и в собрании. И далее написано за то, что Бог даровал спасение и избавление народу своему. И здесь сказано, что и Он дает пищу боящимся Его. И сегодня мы собрались на это место также в собрании святых, которых сделал Господь святыми, слава Господу, это мы с вами по рождению, по вере в Иисуса Христа. Бог нас возродил и сделал святыми, потому что от святого может родиться только святое. Бог дал нам это с вами право. И мы пришли сюда также сегодня, воскресный день, чтобы прославить Господа за то избавление, которое Он всем нам даровал. И также, как написано, Он дает пищу боящимся Его. И Бог желает и сегодня давать пищу и наполнять, и питать тебя и меня. Поэтому мы будем готовить наши сердца, мы будем обращать свой взор к Нему, а сказано, где двое, трое собраны во имя, там и я посреди вас, чтобы Господь нас благословил. У нас с вами много дел на земле. У нас есть заботы, есть какие-то сложности, трудности, есть, возможно, то, что нас тяготит и томит. Но сегодня мы пришли на это место поклониться нашему Господу. И важно, чтобы наши сердца были готовы, чтобы наши сердца сегодня были открыты для Него, чтобы мы сегодня просто могли обращаться, искать Его, насыщаться им, потому что Он на этом месте, и это время данное нам не сидеть здесь и своими заботами томиться, а насыщаться благами, которые, конечно же, Господь любящий приготовил для тебя и меня. Слава Господу! Поэтому, старшие, мы будем обращать свои молитвы к нашему Господу и призывать Его благословение на наше служение.